Жить в небольшом провинциальном городе, в одиночку воспитывать двух детей и вести свое хозяйство – с этим справится только сильная духом женщина. Фрукты, ульи, рынок. Меня все это достало. Отец бы не хотел, чтобы мы все бросили. Мам, хватит. И даже когда дела идут совсем худо, остается только сохранять веру в лучшее. И как Франк справлялся? Не волнуйся, ты ведь не одна. У тебя есть я. Хочешь мое мнение? Ты теряешь время, у тебя нет шансов. Ведь, возможно, жизнь преподнесет сюрприз, и несчастный случай обернется долгожданной встречей. Хотите, отвезу вас в больницу? Месье, мне нравится ваше платье. Комедийная мелодрама «Вкус чудес». Смотрите в субботу в 21:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.